Так, здравствуйте. Начнем с играми. То есть игры у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть девять коробок. Так, это минус. Просто пустая коробка. Здесь есть Horizon. Вернее, скорее всего, она оставлена. Сейчас посмотрим. Taken есть. Batman. Batman тоже есть. Так, вот это, значит, пока вот сюда складываем. Это пусть у нас отдельно. Да. Так, далее смотрим. НХЛ есть. Чарльз 4 есть. НБА. Опа. Есть. ФИФА. Есть. Инфоспит. Есть. Далее подходим с вами к самой приставочке. Состояние есть. Ну, потертости. Нажимаем. На привод. Так, вот. Здесь у нас NBA. Почему-то. И здесь у нас NBA получается. А, здесь FIFA 16, в общем-то, FIFA 16, NBA диски стоят, God of War они чуть перепутали. Значит, по краям, оп-оп-оп, смотрим, здесь немножечко ее поднимаем, то есть, пломбочки видим, штрих-кодики, Sony PlayStation, видим модельку. Все у нас прописано, замечательно, прекрасно. Здесь также все. Пользуюсь контроллером. Так. Так. Вот здесь сам джойстик один включили. Второй у нас сел, мы сейчас тоже найдем другой провод, покажу все. Это все подключили, все отлично у нас с вами. Настройки заходим. Так, листаем вниз. Память. Память, все, 500, заходим, смотрим. Отлично. Игра пока запускается, сейчас сами возьмем провод. Подключим. Наш второй джойстик. Вернее, к зарядке. Так, вставляем в порт. Опа. И подсоединяем сюда у нас. Джойстики. Так, джойстики, оборотные крышечки. Вот, пожалуйста. То есть вот. Сейчас все подключим, сейчас покажем. Все отставили. Очухаться на него. Запускаем все это. Так, переверну, наверное, будет поудобнее. Все, то есть игры запускаются без проблем. Все у нас отлично. Далее берем, отключаем этот джойстик. Так, это нам не надо. Берем, включаем этот. Допустим, заходим сюда. Вот, видим, пошла зарядка джойстика. То есть вот я направляю. Все, два оба джойстика работают. Ставочка, игры, вместо God of War, FIFA 16, там установлено, значит, у нас как раз была